Я только что закончил курс тренинга «Практика самогипноза Транс-5». Мне очень понравился этот тренинг, мне понравилось то, что здесь предлагается очень большое количество самых разнообразных техник. И вместе с тем этот тренинг представляет собой продуманную целостную систему. Выстраивает все техники, объединены сквозным таким общим смыслом. Мне понравились идеи, изложенные в этом тренинге, о том, что о прощении себе и о том, как правильно нужно формулировать свои желания. А из техник исполнения желаний мне больше всего понравились такие техники, как «Лавка желаний» и «Дорога жизни». Прямо в ходе тренинга исполнились прям некоторые желания сам невероятным способом, к исполнению пришло непонятно откуда. А какие-то другие желания произошло совершенно по-другому. То есть, когда я их записал в список для исполнения желаний, у меня возникла такая мысль, как что, собственно говоря, мне мешает просто пойти и сделать. И некоторые желания, которых я раньше не думал, просто пошел и сам, собственно, и сделал. И этот курс дал мне набор инструментов для работы, которыми я могу постоянно работать ежедневно, в любое удобное для меня время, для улучшения своего самочувствия и уверенности в себе. Я уже давно знаю тренинги Павла Колесова, уже больше года, и мне нравится стиль его работы. И я готов рекомендовать его тренинги. И могу сказать, что этот его тренинг, как и все остальные, полностью оправдывает все возложенные на него ожидания.